Hey, yo, guys, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием Portal. Так, у нас тут уже появляются турелечки. Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Видите, они уже по нам херячат. Как турели, короче, нам ломать? Первый способ – это их взять просто в руки, либо толкнуть. Пошли друзей твоих искать. О! Help, помоги. Тут там что-то есть. Тортик. Короче, как это здесь дичь происходит. Привет. I can let you. Я вижу тебя. Весь здесь кто-то жил, походу. Интересно, он как-то отсюда выбрался? Тортики, тортики. Так. Суки. Я вот думаю, как мне им лица сломать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мне нужно, короче, эту херь. Вот эту. Поставить сюда. А нет. Кайф. Ха-ха. Полетел. Блять. Вот это я полез, не подумав. Да, полез и не подумав. Так. Так, еще отпечаток руки. Нифига тут кубиков. Так,
Так. Ага, я их ставить тоже могу. О, я ж приседать могу, точно. О, отстоять, я тут тоже могу стрелять. Все? Так держать, андроид. Центр вновь напоминает тебе о том, что ад для андроидов не миф, а реальное место, в которое ты отправишься при первых признаках неповиновения. Ну, замечу, это было задание более... Ну как, это загадки, шпада, головоломки, по сути. Было сложнее, чем предыдущий, потому что это аж 6 минут заняло у меня. Сейчас из решетки доставки лабораторного оборудования появится грузовой куб. О, это куб компаньон с сердечками. Грузовой куб станет вашим верным спутником. Заботьтесь о нем, как о друге. Компаньон. Испытания часто вызывают такие побочные эффекты, как мнительность, галлюцинации и одушевление неодушевленных предметов. Экспериментальный центр напоминает вам о том, что грузовой куб не может угрожать перерезать вам горло и даже не умеет говорить. Круто. Так, ладно. Испытания часто вызывают такие побочные эффекты, как мнительность, галлюцинации и одушевление неодушевленных предметов. Экспериментальный центр напоминает вам о том, что грузовой куб не может угрожать перерезать вам горло и даже не умеет говорить. Так, возвращается. Так, кубик, погнали. Так, ну мы с тобой до конца, да, идем? Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Не, я вас понял. Но здесь с помощью куба 100 пудов нужно делать это. Это было понятно. Так, здесь с помощью тебя, да? Ясненько. Что-то здесь идет уже сложно. Али же здесь куб компаньон. Мне нужно понять, куда мне идти. Камеры. Куб компаньон, куб компаньон. Кто-то за кубом очень сильно наблюдал. Так, нужно камеру взять. Я ж по идее камеры, да, могу использовать как кнопки. Или нет? Нет, жаль. Хорошо.
но я все равно не понимаю. Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Помнил. Ага, все, я понял. Так, сюда включаем. И нам нужно обратно. Бац. Бац. Сейчас оно вот пролетает. Напоминает вам о том, что кубы не умеют разговаривать. В случае, если грузовой куб все же заговорит, центр настоятельно рекомендует вам игнорировать его советы. А как не поставить наверх куб? Сюда. Какой шанс того, что он меня убьет? Я не понимаю, оно летит или нет? Нет. Походу, это все время она была однообразна. Ладно. Сделаем теперь так вот. Мне главное, чтобы она меня не убила. Отлично. Куб. Мы с тобой идем вместе. Бац. Мы с кубом навеки. Нет, куб, мы идем вместе. Оп. 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 Кубик, кубик, компаньон. Испытание пройдено. Ваш приятель куб принес вам удачу. К нашему сожалению, он не сможет перейти с вами в следующую часть испытания. И как следствие должен быть уничтожен. Отведите вашего приятеля к экспериментальному экстренному уничтожителю разумных особей. Да не, ну не хочу. Можно я не буду? Можно я не буду его убивать? Пожалуйста. Не хочу убивать его. А мы сделаем, знаете что? Сейчас я попробую сделать это. Мы вернемся. Ради вашего спокойствия сообщаем, что независимый совет экспертов в области этики признал экспериментальный центр сотрудников лаборатории исследования природы порталов, а также подобных индивидуумов, свободными от моральной ответственности за уничтожение кубов. Мысли. Не, не работает. Кубик. Кубик, я не хочу тебя убивать. Ваш приятель Куб был вам верным спутником, но ему не позволено перейти с вами в следующую часть испытания.
Если бы он мог говорить, а он, как мы, пользуясь случаем, напоминаем не может, то сказал бы, что он лучше сгорит в огне, чем станет вам обузой. Я хочу его перевернуть. О! Убик, я не хочу тебя убивать. Испытание продолжится только после того, как ваш приятель Куб будет уничтожен. Я вот так как-то сделаю, чтобы на превьюху. Типа сложный выбор. Ой, стоять, а мне нужно куб поставить. Кубик сюда. Подрубаем. Несмотря на то, что умершление является крайним, вы умертвили своего верного приятеля Кубика быстрее, чем кто-либо из предыдущих испытуемых. Это рекорд. Прикольно, я рекордсмен. Рекордсмен. Давай, 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 прогрузкам. Так, это у нас 16-й дабл, получается. Или 17-й. 17 или 16 головоломка, не помню. Эксперимент близится к завершающей фазе. 18 уже. Экспериментальный центр напоминает вам, что вы... Так, понятно, что должен туда идти. Сюда тоже можно пойти. Куда-то попасть. Видите, здесь в основном кто-то жил. Так, дверь какая-то. А дверь как-то не открывается. Не-не-не, авторские права мне не нужны. Нет. До свидания. До свидания. Так, это было опасно. Вот это было опасно. Допустим. И куда? Ой, блядь! А, нормально. Так, мне нужно наверх. Вниз. Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Все, да, я здесь остался. А роботов оно не убивает. Или убивает? Опасность, опасность. Так, хорошо. Нужно сначала турели сломать все. Ой,
Ой-ой-ой-ой-ой! Давай, 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 давай. Блядь! Как тогда она там стоит? Наконец-то. Этот не достает. Хорошо. Покажи смысл. Да, хорошо, в принципе, я мысль понял. Я мысль споймал. Да, хорошо, это ездить начала. Это включает эту херь. Как мне вот эту турель сломать, вы мне скажите? Тихо, 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 тихо. Если она меня видит, значит все. А вот теперь и я могу все сделать, как мне нужно. Поехали. Так, я вижу, куда я могу снизу спрыгнуть там куда-то. И что это мне дает? Вопрос на засыпку. А как мне достать то, что мне нужно? Как мне кубик достать? А как мне куб достать? Я кубик достать не могу. Не могу. Сейчас попробуем заново. Но я его тогда не смог достать почему-то. Тупой турели. Вот там что-то еще есть. Что это за локация? А, я понял. Теперь чисто только синий. Ага. Сосать, да? Кусать. И что мне эта платформа даст? А нихера. Да уж. Я просто не долечу, я автоматически сдохну. Не автоматом сдыхаю там.
Как мне достать куб? Там хорошо, платформа есть. Если я отсюда туда вниз прыгну, я не смогу туда, до туда долететь, по сути. Мне не хватит. Мне нужно повыше хотя бы, чтобы она была. Не, конечно, попытаться можно сдохнуть, но... Ладно, полетели. Главное, чтобы сейчас не заново было. Отлично. Пап. А, все готово. Попытка номер два. У меня есть мысля насчет вот такой, смотрите. Ставим портал здесь. Ставим портал здесь. Хотя не, мне нужно наоборот сделать. Тут оранжевый будет. И синим будем работать. Бля, меня столб сбил. Меня просто задоджил столб. Он застопил меня. Ну, вы поняли, да, наверное, мысль? Примерно. Так. Так. Полетели. Я не успел выстрелить или что? Бля, я не успеваю. Или оно не так работает? Зачем мне внизу платформа? Ну это, в принципе, ладно. Второстепенная задача. Да я не попадаю, я не могу попасть туда. Ой, блядь. Тупые порталы. Жопа уже горит. Мне просто уже жопа горит. Я выстрелил. Я выстрелил. И снова же я выстрелил. Ладно, сделаем на этот раз пораньше. Она нихуя не дала. Как мне куб достать? Попытался сделать как тогда, но что-то здесь не... Да, я понял, хорошо. То есть не получается. Единственное, я могу только вниз пойти и все. И все, блядь, и все, сука. А как мне туда попасть? Вот туда как мне попасть? Как мне туда, блядь, попасть? Как мне в ту ебучую комнату попасть? А где куб этот? Вот единственное, что я могу сделать. Все. Все. Единственное. Хотя стоя. Ха-ха.
Серьезно. Серьезно, я оказался вообще здесь внизу. Охренеть. Ну, спасибо хотя бы не с самого начала. Не, ну здесь ладно, я уже хотя бы понял, что мне делать. Мы просто возвращаемся, и нужно сюда было портал поставить. Нужно, главное, все успеть сделать. Так, застрял. Изи, даже не вспотел, все изи, даже не вспотел. Ох, какой я умный. В копках тупой. Здесь это сложно было? Не-не-не, стой, куда ты убегаешь? Так, ставим сразу этот телепорт. Я что не заметил? То, что он вот потом поднимается еще. Этого я не заметил. Фу, я вот думал, что меня сейчас убьет. Неужели? Уничтожено лабораторное оборудование первостепенной важности. Так, нет, сюда вот мы ставим такую. Туда синенькую полетели. Бац. Бемц. Хорошо. Хорошо. Бля. Мне нужно понять, в какую я сторону вообще падаю. Слишком сложно для моего мозга. А, ну в принципе, окей, сейчас сделаем. Можно развернуться, спасибо. Отлично. Следующий.
Следующее испытание предполагает контакт с неизолированными электроприборами, что в определенных случаях может представлять угрозу для жизни. Для получения более полной информации посетите наш экспериментальный семинар по безопасному обращению с электричеством. Просто изи, мы потратили на одну типа головоломку целую серию. Классно. Ладно, я думаю, давайте тогда... Ах, подождите, мы же с Кубом Компаньоном, да, развлекались? Я что-то подумал, что... Или это уже третья часть? Ладно. Кажется, это вторая. Давайте тогда на там заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.